Добрый вечер, дорогие друзья! Это канал Максимадзе в эфире на Ютубе. Канал Максимадзе. А что еще может быть в эфире? Да. Ну это. Как на ТВ. Короче, у нас опять GTA 4. Да, я что-то слишком часто снимаю прохождение по ней. Потому что мне очень нравится эта игра. Ну и надеюсь, что и вам тоже. Я хочу по-быстренькому пройти GTA 4, чтобы до вашей игры добраться, которую вы очень ждете, это GTA 5. Если, конечно, активность прибавится, может быть, я и GTA 5 и раньше начну проходить. Но она будет обязательно. Короче, мне тут звонила Мэлори за кадром и сказала, что мне может... Что мне нашелся еще один человек, который может предложить мне работу. Это это местный наркодилер Элизабет Торрес. Элизабета Торрес. Нико, как там твой бойфренд? Проверь почту в интернет-кафе. Роман, проверю. Но сначала выполним одно задание у Элизабет Торрес. Но... Пойдем пешком, потому что она совсем недалеко. Вот рядышком совсем пешком добежим без проблем до туда. А ведь, ребята, оказывается, правду говорят, дуракам везет, а? Этот Дмитрий Раскалов. Раскалов. Не Раскалов, оказывается. Извиняюсь за то, что Раскалов говорил. На самом-то деле Раскалов произносится его фамилия. Так вот, этот Дмитрий Раскалов предал многих своих друзей. Михаила Фаустина, практически как брата своего предал. Предал меня, ну то есть Нику Беллика. И после всего этого... Он стал руководителем русской мафии. Вы только посмотрите на это. О, везучий-то какой, а? Дуракам везет. И сейчас он занимается операцией. Импортирует кокаин. Ну, тогда я и сказала, амиго, хочешь, будь по-твоему. Он раз и заткнулся. Хренов, урод. О, привет, как поживаешь? Эй, как дела? О, погоди минутку. Хорхе, он со мной. Лиз, это мой двоюродный брат Роман. Это двоюродный брат Роман, извини. Нико, это Элизабета. Она наша старая подруга, у нее есть для тебя кое-какая работа. Ладно, спасибо тебе, Мэлори. Итак, здоровяк, тебе известно о нашем бизнесе? О крыше я знаю, чего ты хочешь? Мне нужен никому неизвестный человек, который мог смотреть за сделкой, которой я не уверен. Да запросто. Думаю, это будет посложнее, чем встречаться с Мэнни по улицам. Не совсем. По крайней мере, мне не придется выслушивать его болтовню. Это точно. Эй, Нико, это Пакки Макриви. Хорошо, привет. Так вот, Пакки будет покупателем. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, людям, которых... in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. Кроме обеспечить подстраховку для тебя. Maybe. Может быть, может быть. Ладно, здоровяк, давай за дело. Разумеется. Увидимся. Пока. И звони Мишель еще раз. Что ж, похоже, он ничего. Да он вообще классный, как и вся их семья. Да, извиняюсь, я могу запнуться в этих субтитрах, потому что они довольно быстро идут. Куда мы едем? У меня на Джолиан Стрит встреча, там у нас на соседней крыше лежит винтовка. Тебе нужно будет подняться наверх и убедиться, что все идет по плану. Спорим, мы с парнями подтянемся. Ты мой ангел-хранитель. Ты не доверяешь даже тем, кто собирается вести дела. Почему же ты тогда доверяешь мне? Ты выглядишь нормальным парнем, и я на том чую, что на себя можно положиться. Поезжайте к зданию в Южном Бахане. Все просто. Мне нужны деньги. Поэтому я на вас и работаю. Как там сыщик из бременских музыкантов пел? Когда-то сыщик гениальный. Принцессу по приказу спас. Но интерес материальный. Теперь господствует у нас. Все по секрету
Тихо, скажу. Кто больше платит, тому и служу. Барам-барам-барам-барам. Поднимитесь на крышу и возьмите снайперскую винтовку. Окей, 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 окей. Сейчас опять придется стрелять. Что-то во всех следующих миссиях нам почти, нам придется отстреливаться. Миссии достаточно однообразные. Что-то становится в GTA 4, я вам хочу сказать. Займите пригодную позицию. Паки и его помощники прибыли на место. Наблюдайте за встречей через прицел, прицел винтовки. Чтобы точность стрельбы была выше, пригнитесь. Используйте ПКМ, чтобы посмотреть в оптический прицел винтовки, если он у вас есть. Здесь есть. Чтобы прицелиться, нажмите мышь. Ну, я использую ее, чтобы целиться. Колесико вверх, да, я этого уже умею все делать. Я что-то не понял, что ты не сдохнешь так. Ну-ка. На. На. Зараза. Я тебе что сказал? На. Еще появились заразы. Перезаряжается долго, это бесит. На. Ну я так, ну я убил его, все. Опа! Что случилось, я ч... не понял. Да-да-да-да-да, сохраняемся. Почему фургон провалился под землю? Эй, эти дилеры наколотили твоего парня, но удалось сохранить ему жизнь. Мэлори не ошибалась насчет тебя. Ты прям хорош. Пожалуй, надо будет еще с тобой как-нибудь поговорить. Думаю, Паки тоже доволен. Что ж, теперь, я думаю, мы займемся этим гомосеком, который мы связались по электронной почте. Ой, куда я иду? Так. Отмечу я точку здесь. К сожалению, потому что оно пока что... Электронная почта находится только здесь. Так, к сожалению, у Романа такси заказать нельзя, потому что весь его таксопарк сгорел. Но надеюсь, когда-нибудь он восстановит бизнес. Опа, а вот и он, кстати. Нико, как жизнь? Чем, есть чем заняться в Либерти-Сити? Да, более чем мало. Все-таки заскучаешь, у меня дома есть телевизор, можешь посмотреть. Классные передачи, не то дерьмо, что у нас здорово. Только почти все это дерьмо привозили из Америки, уже забыл. Ну не знаю, тогда может придется ностальгии. Ладно, пока. Опа, Мишель звонит. Hey, привет, Нико. Мэлори сказала, что ты работаешь с Элизабет Торрес. А вы знакомы? Элизабета seems to have a lot of friends. Это потому, что она дилер, Нико. Все наркоманы любят своих поставщиков. Ты ведь не ввязываешься в эти дела? Стараюсь, Мишель. Может, вполне пару поручений от Элизабет. Но ничего такого, я не торгую. Нико, если тебе понадобится помощь, просто скажи мне. Если тебе нужно снять тяжесть души. Я знаю, Мишель, я очень тебе благодарен, но я сам решу свою проблему. Я взрослый, сам понимаешь. Скоро увидимся. Да, Нико, до встречи. Зараза, нельзя. О, наконец-то, блин. Из-за мусорных баков фиг сядешь туда вообще.
Давай, вези меня в интернет-кафе. Дверь какой-то гад выломал уже. Малыш Джейкоб звонит. Алло, как делишки? Тусишь с Элизабет Торрес? Она хорошо платит, друг. А ты ее знаешь? Да, мы с другом ее знаем. Этой девице даже похищется. Так что с ней лучше... Да нет, друг, она в бизнесе сейчас отлично. Просто не переходи ей дорогу, выясни. Пока, я позвоню. Понятненько дело. Роман's cousin, it's good to see you again. Yeah, good to see you. It's Nico, by the way. Так, ну чё, он ответил что-нибудь? Да. Встреча. Я почувствовал, что для тебя это не пустые слова. Мы с тобой на одной вполне. Вообще, на моё объявление приходят сотни откликов. Но я сразу понял, что ты не такой, как все. Что я уже разослал отказы всем. Кажется, что ты не бедняк и не толстяк. Уже неплохо. Забудь про всяких неудачников. Давай встретимся. Как насчет забегаловки на 69-й в Хоу-Бич? Захвати бумажник. Платишь ты? У меня будет красная роза. Я бываю около 12:00. Хорошо, увидимся. Но предупреждаю, что я не гомосек. Назначенные встречи с Тони добавляются в органайзер вашего телефона. Вот туда-то и мы сейчас и поедем. Да, я помню про органайзер. Помню, помню все. Че, это далеко? Далековато достаточно идти пешком-то. Ах ты ж. Where you wanna go? Street, yeah? Том француз внутри, найдите его. А, вон он, гомосек сидит. Эй, что, у меня с тобой свидание, слава богу. Никогда не знаешь, кем окажется, с кем познакомишься в интернете. Да, в интернете полно всяких извращенцев, но нужно быть осторожным. Я Нико. Ну, Нико, чем ты занимаешься? Да много чем. А ты где работаешь? Работаю, да, все заладили в этой работе. Никогда не знал, что это такое, не собираюсь. Работа — это не то, чего бы я хотел видеть в твоей жизни, правда? А чего бы ты хотел встретить в своей жизни? Парни с кучей денег. Знаешь голубого Тони? Владельца Геркулеса? Открою тебе тайну, он говорит, что у него много денег. Куры не клюют, а на самом деле сидит на мели, неудачник. Есть на свете тот, кто, кого я ненавижу. Толстяков и коллег. Ты поэтому занимаешь деньги? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch! You ain't Miss Dang. You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is getting rid of you. I wouldn't fuck a scummy immigrant like you anyway. Делать эти вещи с грязным иммигрантом. Стой, дебил. Надо убраться от этих полицейских, иначе беда будет. Воду прыгать нельзя, потому что иначе они 6 звезд розыска мне выдадут. Как же мне убраться от полицейских? Я ни одной машины не вижу.
припаркованы. Все, от гомосека это вы избавились. Ну все. Теперь что-то есть у Брюси. Как свидание, брат? Да не очень. Думаю, еще с кем-нибудь встретиться. Не думаю, что он вообще с кем-нибудь встретится. Ник, ты монстр. Твоя анкета там еще все висит. На этом сайте ты можешь найти ненормальную, на любой вкус. А не просто чё. Я иногда завожу интернет за курсом, встречаюсь только с моделями. Прикинь? Или с элитными девчонками, которые могли бы... Но сети их очень мало. Ладно, увидимся. До скорого. Ладно, раз Брюси появился, давайте... к нему заскочим. Ах, блин. Чё там у него будет? Номер один. А, я знаю, сейчас будет гонка. Эй, Брюси, как дела? Эй, Нико, иди сюда, давай, покажи, как ты меня любишь. Обнимемся по-мужски, давай. Что мы здесь с тобой делаем? Не знаю. Что мы делаем с тобой, парень? Я иммигрант, наемный убийца, ты чувак, подсевший на стероиды. Да не, все лежит на поверхности, я говорю тебе о настоящих причинах. О чем? Мы победители, чувак, гребаные победители. Там мы живем. Люлики на месте, красивые тела на месте, капуста имеется. Вот так мы, блин, и живем, босс. Ты в порядке? Что ты слишком кулисто наелся? Эй, глянь, Ленни. Эта стрела готова? Кто? Прямо сейчас, Сиси. Посмотришь на нее с глаз твоих, прольются слезы с чистого золота. Давай, залезай, покажем кое-кому, как мы тусим. Come on, get in. Залезай, Нико. Ну давай же, заводись, ты. Черт, чистое золото, да, здоровяк. Черт, это что такое? Что еще за дела такие? Ты сам ее отложил. Ну и что мне делать? Мне нужна видная тачка. Люди думают, что я жалкое трепло, если не приеду на крутой тачке. Как насчет тачки Стива? Точно, я позвоню ему по дороге. Нико, ты везешь нас в Уиллис на эту веню. Давайте, погнали. Не люблю гонки, конечно, в GTA вообще. У меня что-то редко в них получается выигрывать. Тачка-то нам нужна, но здесь лучше ехать на такси, потому что здесь получается баг. Если сесть с Брюси в машину, Брюси оттуда не будет выходить. И ничего там не сделать нельзя будет. Так что нам надо найти автомобиль такси где-нибудь. Давай, Брюси, бежим. Hey, buddy, where you headed? To Freetown Avenue, okay? Nico, man, excuse me, Nico, извини, чувак, я должен позвонить этому парню и сказать, что мы одолжим у него машину. Здорово, Стиви, как твои делишки? Да нет, чувак, ты можешь выйти без меня. Конечно, ладно, чувак, слушай. Слушай, хорошо, послушай меня, мы с моим дружком Нико хотим одолжить твою тачку.
Нет, другую. Конечно, все будет круто. Она снаружи отлично, я тебя обожаю, чувак. Если бы ее взяли, надеюсь, на этот раз правда не будет, в отличие от прошлой истории с машиной. Ни за что, мужик, это был первый и последний раз. У нас с тобой крепкие отношения, вот прям настолько крепкие, как мои бицепсы. Хорошо, хочешь потрогать? Нет, спасибо, у меня руки заняты. Вот именно такой фигней нам нужно с тобой заниматься. Вот она, машинка стоит. Садись. Поезжайте к стартовой линии. Мы на месте, готов почувствовать скорость. Мне кожа выглядит жестко. Помог кто ты, Сэйлин? Ты траванулся, обожаю этого парня. Хочешь сделать укол, когда я в порядке? 3, 2, 1. Жми на газ! Вот реально, машину заносит. И мешают сильно другие машины, которые просто ездят по городу. Обычные люди. Никакие не гонщики. И вот что я советую всем, кто гонки в GTA устраивает. Ездите быстро, но не слишком. Нужно соблюдать осторожность. Если вы будете ехать слишком быстро, то вашу машину может просто занести куда-нибудь, и вы можете улететь туда, откуда не выберетесь. Я один раз даже ехал нормально, но как куда-то я там наехал и перевернулся, и все, встать не мог. Отлично, я еду первым. Будем стараться снижать скорость. Стараться не снижать скорость, потому что там сзади догоняют уже. В дополнении Баллада Гей Тони там уже был выплеск огня. Первое другого места для нас не существует, Нико. Чувствую себя таким крутым. Нас уже никто не оставит. Я очень, по крайней мере, надеюсь на это. О, мы уже почти у финиша. Прекрасно. Давай, давай. Давай и финиш. Супер, супер, я, блин, люблю тебя, чувак, номер один. Круто водишь. Как я выгляжу, неплохо, да? Да, довольно неплохо. Отвези меня назад, ко мне в квартиру. Я чувствую прилив сил. Надо со штангой дела поделать. Да, эта гоночка так себе вышла. Вот еще одна причина, кстати, почему я люблю ездить на фургонах. То, что не просто мне фургоны нравятся больше, а тем, что фургоны меньше всего заносят. Легковые вот эти легкие тачки, а их заносят сильно на дороге. Особенно, когда сыро на улице. На фургонах так лучше будет ехать.
Ники, там между нами прямо образовалась какая-то связь. Теперь мы близкие люди. Ты пустил меня к себе, сбросил броню, понимаешь? У меня был такой момент. Позвони мне, затусуйся как-нибудь вместе. Да, теперь можно сходить куда-нибудь вместе с ним. Теперь снова идем к Элизабет Те и закончим. Да. Фургоны ездят, конечно, медленнее, но... Они самые не дрифтерные. Менее маневренные, так сказать. На них легче ехать, так сказать, по правилам. На них меньше шанса врезаться куда-нибудь. Брюси позвонил. Видел твои фотки на сайте. Ты что-то не в норме, надо с собой поработать. Посмотри, я колю эту дрянь. Но тут стесняться нечего, это же для красоты. Ты уже меня в сети нашел, что ли, да? Я думаю, что мне нужно поменять костюм. Костюм какой-нибудь такой красивый, пиджак, смокинг, так сказать. Ой, что-то... Во, видите, что с этими тачками происходит? Раздражает сильно. Ну, чё ты встал-то? Двигайся! Блин, бесит вот эти вот люди, которые перестраиваются, как змея всё время. Они очень часто провоцируют ДТП всякие. Может быть, кстати, мы говоря, посмотрим первую GTA с вами как-нибудь двухмерную, с видом сверху, на компьютере. Потому что там я нашел какой-то GTA Fixer есть. И мы там можно будет починить, так сказать, все эти проблемы, лаги и так далее. Фух, да. Да, отсюда смотрится здорово. Привет, Нико. И потом с тобой поговорим. Как дела? Хорошо, а твои? Стоит тащить вся кокаина. Как потянутся всякие уроды к тебе. Эй, Джонни. Йоу, подойди-ка сюда. Иди сюда. Да. Нико, это Джонни. Так вот, Джонни сидит на огромной куче героина. Обычно я не связываюсь с такими делами по работе, но тут я нашла ему покупателя. Мы немного нервничаем. Может, ты последишь за этой сделкой и убедишься, что все в норме? Без проблем. Спасибо. Ладно, мне нужно забрать товар, так что увидимся на месте. Лады. Ты знаком с Плейбоем? Нет. Плейбой, это Нико. Нико, это Плейбой. Как поживаешь? Плейбой поедет с тобой. Я хочу, чтобы за этой сделкой присматривал как можно больше людей. Точнее, готов погонять. Ну тогда пошли. Я лучше, номер один. Down to K
Мы едем в Шотлер на Кэнди-стрит. Напоминаю, кстати, о том, что Нико продолжает искать этих двух предателей с войны, Флориана Кравича и Дарка Приевича. Но тем не менее он продолжает копить все бабки. Счастливая Элизабет вообще не дает ни поручения. Я сам забуду, что приеду. Ни одно дельце в городе не проходит без моего вина. На самом деле этот город мой. Так же, как и вы, что вы встретились раньше. Ты явно небольшой человек, конечно, но так же ты толкал дурь на пятки, почти был случаем. Now it's all about diversification. A heroin deal is your way of diversifying. Money talk. Money say jump. Can't say how high. This is a cash deal. I got other shit going down as well. What type of shit you got going on? Сыщик сам себе. Сыщик сам себе. Всегда желаю сам себе. Все по секрету. Так я скажу. Give me your number. Tell me about that biker. The one with the smack. Johnny. I ain't working with that cat, but I heard about him. He's doing all type of crazy shit. Blowing stuff up. Them boys, the Lost, they in some heavy type of gang war. What I heard. Crazy white boy shit. They the only one who can grow beards and ride bikes in this town. It's a big town. It's not big enough for some people. What that other gang called? Death Angels or some shit? Anyways. Be careful of this cat. Don't want to even look at him the wrong way. Crazy motherfucker. You scared of him? Yeah, I ain't scared of nobody. All them bikers is racist. Байкеры, да. Байкеры тут. Имеется банда байкеров, пропащие имеют название. Тоже являются нашими врагами, поэтому... Ой, господи. Кстати, эта машина очень плохо ломается. Я что-то повреждений даже не вижу вообще никаких, хотя я уже не раз врезался. А, хата на третьем этаже. Ну, тут там оружие лежит, значит, нам, видимо, придется опять стреляться с кем-то. Покупатель один азиат по имени Чарли. Как во Вьетнаме? Как в кино с золотцы. Ой, блин, тут уже понаубивали всяких... некоторых. Эй, ты готов? Да, конечно, пора браться за дело. Ничто не возвращает жизнь по продаже. Пойдем, давай сделаем. Пошли. А это один из пропащих. Эй, в чем дело, парни? Да ни в чем, давай за дело. Героин у вас? Да, у нас. Давай сделаем это. Но героин ведь с тобой, правильно? Да что с тобой? Ты ведешь себя как-то странно. Да не странно, я хочу убедиться, что товар у вас, понимаешь? Пойдем, надо убираться. А, это он подставлял. Что с нас здесь? Какого черта? А мне гранат нет. Да. Я бы сейчас бы сбросил бы на них это все тогда и все. Вот этот вот пистолет. Этот пистолет лучше будет. This is my own. I need backup.
love my... Yeah! Yeah! These ones won't be causing no trouble. We move! Yo, money! We going up! I'm shot! Don't let me die! Game over! It's you! On me! I got rid of these guys! Let's go! It's over for this fool! I need you near me! Держись ко мне ближе. Ой-ой-ой, чуть не упал. Having a good day! Excuse me. From a man such as me. Какой... Yo, G, stay close! I don't give a shit! Get some pace on, player! Ой, we go through here! Нужно you wanna start rolling with me? Drive me back как-то. To my crib in Northwood on X. Сделайте так, чтобы вас перестала искать полиция. Да. Давай, иди сюда. Ой, а там полицейских сейчас валом будет. Ну. По полицейским лучше не стрелять, и мы только хуже себе сделаем. Третью звезду получим. Патриот — это отличная машина, чтобы разносить. В трех звездах розыска, кстати, полицейские блокируют проходы из района в район. Это вот нам лишь мешать будет. Блин, да откуда их так много, а? Они так вообще... Блин, тут же... Стая. Вау, прыжок. Сейчас не наткнуться ни на одного полицейского. Будем ехать медленнее, чтобы. Shit, man. Ну вот. Все. Скоро увидишь белый свет. Yeah.
Yeah? A future in a mass security pen ain't no future at all. You forget about them cats doing that sort of time. And if your friends on the inside? My man's Dwayne Forge is inside on a crack beat. He showed me some shit back in the day, but when he gets out, if he ever does, it won't be the same world. What's different since this guy's been doing his bit? Shit changed. There'll be more to it than a crack tip nowadays. There'll be the smack tip, the rap game, X, chronic, meth, shit. I'm looking into expanding my horizons. Yeah? For sure. Reach for the stars and all that shit. I don't see why a young kid from the hood can't make something out of himself. Street cats like me just get labeled as pimps and pushers and stick-up artists. But you are a drug pusher. That's just what I'm doing to get out of the ghetto. I don't see it as dealing drugs. Drugs is just one arm of my business. I'm buying and selling that shit like any commodity on the trading floor. Only this commodity is illegal. Yeah, but Playboy is going legitimate. Now I want to be one of them developer cats. Build me some skyscrapers, see my name in big gold. Yeah, I thought you would want to build schools or something. Help young black men get out of the ghetto. Shit, that'll come. Gotta get me successful first. Ха-ха-ха! Машины обнялись как будто. Прикольно. У них любовь. Забавненько, блин. Забавненько ДТП получилось. Это твой дом, да? Тут даже парковка есть. Вот и мы на месте. Я тебя дерну, если понадобится твоя помощь. Ну, вот так, как-то. На этом мы, пожалуй, закончим. Тут появился на радаре у нас кто? Мэнни. Задание будем выполнять в следующей серии. А пока что, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ой, Элизабет. Не звоним. Элизабета. Дело принято дурной оборот. Тот человек оказался кротом, я знаю. Гребаные федералы повсюду. Похоже, не хотят прихватить меня. Ладно, посмотрим. Мне накрылось еще пара сделать. Ладно. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу ВКонтакте. Ну все, всем пока.